сейчас сниму тебя. Поедем на дышалку, наверное, да? Все равно. Смотрим, что у них на столе. А, девушки и мужчины. Вот что сейчас происходит. Давай, 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 покажи себя. Ничего тут. Поїхав, як ти кажеш. Сейчас. Так, угу. Ага. Ну можешь облизать, я тебе разрешаю. А как там наш папа кушает? Обратите внимание. Не надо смотреть, я голодный. Schön. Вот на каком. Sehr schmeckt. Das ist sehr schmeckt. Садись. Сейчас. Дай нам понаслаждаться спокойно. Наслаждайтесь. Потом будете наблюдаться, вы хорошо так выглядите. Зубы, зубы еще так, так чтобы я рот открыл, так как проваливается. Угу. Иришка вяжет, вяжет носочки моей маме, между прочим. Это наш бассейн. Алена на его фоне. Сплошное удовольствие. Не жизнь, а сказка в этой Германии. Ну да. Приезжайте, люди. И оставайтесь здесь, если Бог даст. Не будили звездные дожди моего воображения и превратились в виражи. Главное, скажи. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость. Дороже мой земной покой, ты от какой обилы стай, и
и дерево, они прямо слились, как одно целое. Вздрогнул, как от выстрела, мой дом. Стены закачало, когда в окно твоим крылом счастье постучало. Понимал ли дом, что он теперь для меня стал тесен, оставив незакрытой дверь и окон не завесь. Скажи, откуда ты взялась и опоздать не испугалась? Моя Елена, моя страсть, моя нечаянная радость. Наружу мой земной покой, и что мне делать с тобой такой, я не знаю. И облака небольшие, достаточно мягкие. Угу. Вот. И я слышу песенку издалека несется. Кто-то ее поет, такой знакомый голос раздается. И думаю, кто же может так петь хорошо? А это, оказывается, мой друг из Германии так хорошо поет песенку. Уйди, моя маленькая Ленушка. Да, да. Я братец Иванушка. А там еще кто-то сидит тихонько так себе. Что-то замышляет. И смотрит на нас и думает, ах, они такие. Ну что, видно там что-то? Да. Дураки, ничего не можем придумать. Ты где там потерялся? Ягоды. Миша упорно ищет ягодки. Миш, не сутулься, ходи прямо, выпрямься. Плечи назад, грудь вперед. О, четыре тени. Хотела сказать что-то такое, четыре, там кистая собака или четыре мушкетера, но получилось четыре тени, ладно. Что ты за мороженое взяла, интересное? А вот это оранжевое мороженое, оранж и фисташка зеленая. А вот Миша есть мороженое. Вот они тоже тут летают. И где-то там. Ага. Возвращаюсь с прогулки. Чудо у нас висит вверх ногами. Супер. Слышал, ты послезавтра уезжаешь? Да, честно, очень жалко. Угу. Очень здорово. Ты как придумала. Да. Да.
Ну тут очень интересно. Процедура посадки. Да? Глянь, как, а? Вот и все. Что тебе и на? А? Представляешь ты? Да. Действительно, какой-то необычайно большой. Мне еще и нельзя. Надо прийти сюда осенью. Да. Кто тут у нас сидит? Кто тут у нас сидит? Это Лена. А это кто сидит? Алло. А вот наш папа, шеф. Пап, мотор гуд? Мотор гуд, я. Алена, ты любишь какие-то бургеры, да? Бургеры? Ну, бургеры. А, бургеры? Да. Честно говоря, ни разу не ела. Тебе надо попробовать. Когда-то, если папа разрешит, можем пойти когда-то в Макдональдс. Там очень-очень вкусные вегетарианские бургеры. У вас есть в Макдональдсе? Ну да, вообще-то. Алена, я 1000% уверена, что ты смотрела поездки в Америку. Вот нудник, а какой, а? Я всегда вспоминаю. Вот нудник какой, а? Я всегда запоминаю, когда у нас Алена, папа. Всегда. Вот. Ту-ду-т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 у-ду-